Всем привет! Сегодня я продолжу рассказ о достопримечательностях Фэнхуа, а также немножко затрону жилищный вопрос. Мне нравится, что когда мы поднимаемся в храмы, всегда все дорожки, какая бы высокая гора ни была, они всегда чистые. То есть ни цветочка, ни листочка, ни какой-то бумажки не валяется, постоянно убирают монахи. Мы раз поднимались на гору, очень высокая была. Я уже просила, чтобы меня оставили в беседке на середине горы и потом забрали, когда будут обратно идти. Но вы знаете, стоит подняться, потому что вид с любой горы открывается божественный. И ты понимаешь, что ты дошел до какой-то точки, и ты шел не зря. Даже если там будет самый малюсенький храм. Плохо то, что в обычной жизни китайцы мусорят очень сильно, и стоит мусорник, и мальчик покушал, например, да, и под ноги себе бросил эту бумажку. Я смотрю, я не понимаю, почему, какая культура и что им руководит, почему так тяжело подойти полметра и бросить бумажку в мусорник. То есть вот так, такая большая разница, когда ты идешь в храм и когда ты в обычной жизни. А один раз я пошла с подружкой в храм. И вы знаете, тоже красивые, все туда шли, все селение. И потом мы попали в такой поселок, такое прям село-село. И вот я вам покажу фотографии сейчас. Вы увидите, как вот забор ставит, да, со стеклами. Это новый вид, так чтобы точно уже никто не перелез. То есть очень большая разница. И вы знаете, даже возле нас, мы когда на базар ходили, в Фэнхуа том же, такие домики, такие старенькие. Вы понимаете, одна семья, там может быть папа, мама, дедушка, бабушка, дети, они живут в одной комнате. Комната. Это даже не кухня и зал, да. Это просто комната, где готовят, где спят. И на вот пару таких домиков, и на улице стоит одна стиральная машинка. Она работает, когда бросаешь жетончик для всех на вот эти домики. Я, к сожалению, их не сфотографировала. Естественно, двери там не закрываются, ну, что там воровать-то, простынь, что ли, грязную. То есть, очень большая вот разница. Те же квартиры, что продавал Рамон, я вам говорила, что Рамон как бы занимался построительством жилых домов. Есть некоторые фотографии, вот те квартиры, что они продавали, мы там ходили фотографироваться, потому что это было в главном здании, мы приезжали туда танцевать, рекламу как бы, и вот зашли. Но это ж надо было туда влечься, понимаете, то есть, извините, уже со мной посмотрите квартиры, ну, по крайней мере, сравните, у меня рост 1,72 м, вы посмотрите, мне кажется, кровать там меньше даже, чем мой рост. Какие-то миниатюрки вообще, ну то есть маленькие. И что самое интересное, если я уже привыкла, что турки ставят стиральную машинку на кухне. Я один раз поставила и сказала нет. Пусть у меня маленькая душевая, я туда поставила. Потому что кушать хлеб с маслом, со вкусом порошка, с запахом я не могу. То есть у турков стоит на кухне, а у китайцев стоит, знаете где? В спальне. Такой шкафчик, и шкафчик открываешь, и там стиралка. Я думала сначала, что это сушилка, но мы проверили, мы посмотрели, это стиралка. Это интересно, так вот к чему я веду. Мы посчитали, и стоимость квартир, я вам говорила, что у нас очень была хорошая зарплата, только из-за этого я поехала, ну не только из-за этого, еще были факты, ну то, что я получала хореографом, да, и я... Ой, куча всего должна была быть ответственна. Этот год, знаете, это был, наверное, подарок судьбы, которого ты, ну, никак не готовишься, не ждешь. Это был просто подарок, отдых для Юлечки. Потому что я не могла понять, нам что, за такую работу еще платить будут? Еще и полную зарплату? Еще и такую большую? То есть я не верила, я до последнего не верила, что нам будут платить эти деньги. И 11 месяцев мы только репетировали, мы то, боже, я не знаю, за все время, может, 10 раз мы выступали на выездных концертах. Все, ну 15. Вот, и вот эти квартиры, чтобы заработать, не надо было работать в Рамон Ю Парке, ну хотя бы 4 свои жизни. Жизни с такой зарплатой, да,
Это хорошая зарплата для Украины, очень. Это хорошая зарплата для Турции, для Анталии, по крайней мере, я не говорю за Стамбул. Но в Китае, чтобы купить квартирку, надо было 4 жизни прожить, работая каждый день и получая каждый месяц такую зарплату. Вот такая разница, вы представляете? То есть люди, которые живут в коморочках, и люди, которые могут купить эти квартиры. Я не знаю, может, они в кредит берут, но сумасшедшие. Очень-очень дорогие квартиры в Китае. Хочу еще дополнение сделать то, что вот я рассказывала за день рождения, как мы праздновали. Еще у нас мальчики играли в футбол, а там, оказывается, в Фэнхуа есть большой стадион. Вот, было, конечно, удивительно думать, что выиграют китайцы. Понимаете, длина ног у танцоров европейцев и китайцев. Ну, конечно, если бы профессиональные футболисты китайцы, то, может, они и бы выиграли. То есть, может, у них и были бы шансы. Но так, конечно, нет. Но мы все равно ходили, группа поддержки была. Это очень круто, было очень весело. И там я увидела у них возле стадиона было крытое здание. Китайцы катались на роликах. Они сумасшедшие. Мне очень жаль, что я не сняла. Потому что такие трюки просто, это не профессионалы, это просто для себя. Мне рассказывали, что у них в школах на физкультуре обязательно нужно иметь ролики. И все дети, вот с мелкого, да, начиная, они должны были уметь кататься на роликах. Они такие трюки выделали в том закрытом здании, я просто была в шоке. Там, кстати, тоже был еще один парк очень красивый, там был какой-то музей. Вот, и даже восковые фигуры. Я была в шоке, потому что исполнение, ну, вообще по качеству исполнения очень классное. Вы не удивляетесь, в любом парке, что Нинбо, что Шанхай, вы можете зайти и увидеть бабушек, дедушек, которые занимаются ушу с кинжалами. Знаете, я сначала там пару раз удивилась, потом я поняла, что это вообще нормально. Да, вот так.